Это фруктовое пюре, ну, в Грузии это называется тхлапи, и делается из ткемали, из фруктов, из винограда, ну, из разных фруктов. Так что в основном сейчас мы делаем из яблочного пюре. Я думаю, что туристы, которые будут приезжать, или просто люди, приезжающие в Грузию, они будут покупать это в первую очередь, наверное, как сувенир. Такой смешной, ироничный сувенир. Идея, так сказать, можно сказать, совместная, Памфилова и моя. Мы вдвоем решили производить такие съедобные галстуки. Запатентовали, приобрели штрих-код. И есть заинтересованность определенная среди нашего населения и русскоязычного населения вообще. Посмотрим, мы будем, пока я это произвожу своими продуктами, со своего участка. Я не хочу это связывать с такими политическими вопросами, это для нас бизнес, такой бизнес безвредный, совершенно и спокойный, и добродушный, я бы сказал.